Ребятушки, сегодня готовим очередной суп-рецепт. И сегодня мы будем жарить вареные окорочка. Вот окорочка, они сварились. И сейчас будем жарить их на вот этой вот сковороде. Так, для этого, смотрите, нам понадобится маргарин. Так, отрежем где-то вот столько. Я думаю, этого будет достаточно. Так, отрезал. Кидаем на сковороду. Огонь на максимум. Вот, пускай плавится. Так, и нам надо будет приправка. Так, возьмем вот такой вот перец черный. И вот у меня есть приправа для фарша. Ну, я думаю, пойдет. Будет классно. Так. Вот так вот приправа для фарша выглядит. Вот перец черный. Кто давно подписан на мой канал, знает. Вот так вот выглядит. Так, ну давайте ускорим этот процесс. Так, растопил я, значит, маргарин полностью. Так, и сейчас попытаюсь окорочка перенести. Так, раз. Два. Так, и решил разрезать еще и окорочка на две части. Но снять это не смог, мне надо две руки. Ну вот, разрезал и теперь думаю, два кусочка я бы съел, а так у меня будет четыре. Не знаю, смогу я съесть четыре кусочка или нет. Жарим все это недолго, я думаю, максимум минут пять, просто для того, чтобы образовалась корочка. Ну, потому что корочка уже вареные, их можно и так есть. Ну, решил я сделать так. Мы в это время добавляем приправки. Вот. Первая у меня пошла приправа для фарша в ход. Вот. И сейчас вот черный перец пустим в ход. Ой. Так. Приправили. И можно переворачивать. Да, я не солю, потому что я солил воду, когда они варились. Вот. Ух, видите, да, красота получается. Так, ребятушки, прошло немного времени, и надо перевернуть. Так, видим, да? Не знаю, как на камере выглядит, но вживую все замечательно. Так, все, ждем еще 3 минутки. Так, ребятушки, ну вот у нас все и готово. Выключаем газ и выкладываем все это на тарелочку. Так. Вкуснотища получилась. Вот, видите, как прожарилось с двух сторон. Замечательно. Значит так, на первое у нас будет окорочка, а на второе грибы. Все, всем приятного аппетита, всем пока.